В священных городах Медина и Мекки паломников из Дагестана встречают со всеми почестями. Местные жители преподносят гостям подарочные наборы, женщинам дарят цветы. Нормально ехали, все нормально, все хорошие было. Не тяжело было? Нет, не тяжело. Мы рады за то, что это керам наши, это такое место отправили. Это, наверное, непередаваемые ощущения, одни эмоции. В Медине паломники посещают места, напрямую связанные с историей ислама. Это первая мечеть, построенная пророком Мухаммадом, мир ему и благословение, места священных битв, Ухуд и другие достопримечательности. Ассаламу алейкум с Медины. Мы благодарны Сулейману Керимову за то, что такую возможность нам дали здесь пребывание. Это просто... чтобы все оказались на нашем месте. Ему здоровья в дальнейшем, чтобы другим людям тоже вот так помогал. В 2017 году пытаюсь я попасть в эту лучезарную Медину. И хвала Аллаху, благодаря, в первую очередь, благодарю Всевышнего за то, что дал мне такую возможность. Это мечта каждой мусульманки, каждого мусульманина попасть сюда. И хвала Аллаху, мы посетили святые места, сейчас тоже идем на зияраты и собираемся с этой группой. Мы были в Равзе, альхамдулля. Этот момент невозможно объяснить, передать словами, пока сами не ощутимся здесь и не поймем, пока тут на себе не ощутим эту возможность. Невозможно тут находиться и не удержать слез. Посещение Равзы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А вот в Мекке большинство дагестанцев уже совершили малое паломничество – умра. И уже в 9-й день исламского месяца Зульхиджа, что приходится на 8 июля, мусульмане отправятся в местность Арафа, где начнется главный обряд – хаджа. Напомним, что всего из республики в этом году совершает паломничество 5000 верующих, в том числе 1000 дагестанцев от благотворительного хаджа Сулеймана Керимова. Хамза Нурмагомедов, Курман Рагимов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Саудовская Аравия.